Барковский рассказывает классу правду о себе, одноклассники жестоко избивают его за это. Крюков приходит на помощь, но Ира Шорина инсценирует нападение следователя на нее. Только так она может защитить Барковского от уголовного преследования по нескольким статьям. Крюкова осуждают, уже в тюрьме он узнает, как в действительности погибла Истомина. 3 года спустя Крюков возвращается из тюрьмы и находит того самого Барковского.